Лучшие специалисты угольной отрасли собрались на Восточно-Бийском разрезе. Там прошел конкурс профмастерства. Выполнение заданий требовало ювелирной точности. На многотонном экскаваторе машинисты исполняли змейку и даже играли в футбол. За происходящим наблюдал Константин Кравцов. Настоящий гигант, экскаватор Камацу весом в 400 тонн, гора среди гор. Но когда такой махиной управляет профессионал, все получается ювелирно, на грани чуда. Одно из упражнений – сдвинуть по очереди бруски, уложенные в стопку. Каждый зуб мощного ковша многократно больше, поэтому движения выверены с точностью до сантиметра. Следом на скорости нужно попасть в ограниченный проем. Стоит ли говорить, что это в разы сложнее, чем припарковаться на легковушке. Ну или вот, элегантный футбол. Самое сложное – сделать все красиво, чтобы без ошибок, так сказать. Так, в принципе. Как повезет остальное. Высокий уровень участников у всех, отправляют самых лучших на соревнования. На площадке по соседству чудеса мастерства демонстрируют машинисты шагающего экскаватора. Со стороны выглядит, будто ожил многоэтажный дом. Такая уж техника на угольных разрезах. Циклопические размеры здесь само собой. Провести 10-кубовый ковш по коридору, попасть в бруски и аккуратно заполнить песком, кажется, миниатюрное 10-литровое ведро. Все это не просто игра для каждого участника, по сути, повторение элементов обычной работы. Под коридор ведешь, ты ведешь над землей, как бы на маленьком расстоянии, не задеть землю. Также ты по работе, там где-то надо, допустим, уголь зачистить, тоже надо, чтобы без угля снять породу, чтобы было это. Вот эти вот все нюансы, вот, как раз здесь вот они. Конкурс профессионального мастерства на угледобывающих предприятиях СУЭК – мероприятие традиционное. В 6 номинациях победители определяются по итогам испытаний. От проверки теоретических знаний до исполнения заданий, требующих ювелирной точности в управлении техникой, каждый разрез делегирует по 2 лучших машиниста или водителя на каждую номинацию. Стремясь быть лучшими, они совершенствуют свои качества в работе. То есть ты не просто толкаешь отвалами, черпаешь, ты уже думаешь, как это лучше сделать, быстрее и качественнее. И все это отражается потом, то, что мы видели сегодня. Все это влияет на дальнейшем производственном процессе. Соответственно, все навыки и подготовка к соревнованиям, все это влияет на безопасность работы. Организовано очень грамотно, все было подготовлено на высшем уровне, встреча была хорошая. Ну и коллектив также остался доволен. Подготовка, не было никаких нареканий. Стать лучшим среди лучших – настоящее горняцкое признание. В этот раз по итогам упорной борьбы. По 3 первых места в номинациях конкурса у горняков Восточно-Бийского и Изыхского разрезов. Теперь лидерам предстоит защищать честь Хакасии на межрегиональном профконкурсе СУЭК, который состоится в августе этого года на разрезе Тугнуйский в Бурятии. Константин Кравцов, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия».